В этом году в школу пойдет около 500 000 дагестанских школьников в подготовку к началу нового учебного года. Глава Дагестана обсудил с руководителями профильных ведомств. Капитальный ремонт в текущем году сделали более чем в 200 школах. Некоторые образовательные организации работы уже завершили. Есть и те, что отстают от графика. Сергей Меликов подчеркнул, что 1 сентября дети должны прийти в полностью подготовленные классы. Поэтому, чтобы все успеть в срок, строители должны работать в 3 смены. Каждый глава муниципалитета, я уже об этом говорил неоднократно, начиная с ноября прошлого года, несет, повторяю, персональную ответственность не только за своевременное завершение работ, но и их качество. Потому что если с тем качеством, которое я видел по ремонту школы в Ахтынском районе, вы догоните или нагоните какие-то параметры, да, вы все равно будете продолжать нести персональную ответственность за то, с каким качеством эти работы проводятся. Кроме того, что мы должны завершить общестроительные работы, мы должны еще провести работы по комплектованию, в том числе ряд школ уже новым оборудованием. Так, Яхья Гаминович?